столице Самотлора проходят матчи первенства округа по мини-футболу. Игрокам не больше 15 лет. В Нижневартовск приехали команды из Покачей, Лангепаса, Радужного и Когалыма. По регламенту им предстоит сыграть по системе каждый с каждым. Команды, набравшие наибольшее количество очков и занявшие первое и второе места, примут участие в финале первенства Югры. Они встретятся с лучшими командами зоны Запад. Уже сыграно 3 тура. Сейчас турнирную таблицу возглавляют хозяева. Вартовчане традиционно являются фаворитами соревнований. Участвуют еще на первенстве России зоны Урал-Западная Сибирь, где представлена пока только команда города Нижневартовска. Сейчас мы там тоже идем в тройке пока. Пока вроде все удачно складывается. И поедем на праздники январские, на заключительный тур, где надеемся попасть на финал России.